саженцы черешни Юлия станут достаточно крупным деревом, высота которого может достигать 8 метров. Сорт, выведенный российскими селекционерами, ценится у садоводов за великолепные вкусовые качества ягод, хорошую морозостойкость и стабильное плодоношение. Блестящие сердцевидные ягоды с желто-розовой кожицей имеют плотную кремовую сладкую мякоть с незначительной кислинкой. В зависимости от региона посадки, одно дерево может приносить урожай из 25-35 килограммов ягод. Сорт обладает высоким иммунитетом к грибковым заболеваниям, неприхотлив в уходе. Ягоды используются для употребления в свежем виде, а также для консервирования. Черешня Юлия – это многолетнее растение. Черешня прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для плодородных почв. По типу ствола черешни Юлия можно отнести к группе «обыкновенные». Тип роста этого симпатичного растения – сильнорослый. Расцветает черешня Юлия в месяц май. Интересные цветы черешни могут быть до 30-35 мм/см. Как правило, на одном цветоносе размещается 2-3 цветков. Лист этого прекрасного растения по форме удлиненно-овальный. Черешня Юлия имеет средне-поздний срок созревания. Плоды черешни созревают в месяце июль. Форма у плода округлая. Цвет плода красный. Вкус кисло-сладкий, мякоть сочная. Можно потреблять в свежем виде и на переработку. Обратите внимание, что черешня Юлия – самобесплодный, обоеполый сорт. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.